Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что могу поговорить с вами. Слава Христу. Слава Христу. Вот книги, которые я получил. Вот вижу. Понятно. Книги даже... Я думал, что я 4 получил. Но еще здесь книга для Слова Божьего. Это я приложил вам. Большое спасибо. Ой, я очень рад за эту книгу. Как, очень рад. Эта книга как автобиография из документов. Как я в Америке ездил, там все есть. Как судили меня. Я знаю. В протяжении своей жизни очень наблюдал за Глебом Якуниным, за Дмитрием Дудко. Я знаю их. У меня от них проповеди остались, интервью, которое я брал у них. Еще не опубликовано, 16 часов, мое интервью у Глеба Якунина брал я. 24 года мы живем в Америке сейчас. Ну вот, у меня есть к вам такой вопрос. Вот я наблюдаю за всем, то, что происходит в России. Вот, допустим, Илларион, это второй человек в епархии, так? Этот, он по внешним... Алфеев. Да, он по внешним сношениям там. Да, да. Вот как, второй человек, да, в этом? Ну, можно так считать. Да, ну вот он в ролике рассказывает такую историю. Когда он учился в семинарии в Прибалтике, и они ехали на автомобиле вместе со своими друзьями. Автомобиль переворачивается, слетает с трассы, переворачивается в кувете. Они попали в аварию, в большую аварию. И вот он дает свидетельство, что ему в этот момент помог Николай Чудотворец. Так вот, смотрите, ему помог не Христос, не Бог, а Николай Чудотворец. Так может быть, вот это есть еретики, а вы другой раз вот протестантов называете еретиками. Может быть, вы неправильно делаете. Вот от каких людей идет ересь. А протестанты, они такой ересью от протестантов никогда не услышите, допустим, от баптистов. Никогда такой чепухи баптисты рассказывать не будут. Вот ему Илариону помогает Николай Чудотворец, но не Христос и не Бог. Мне кажется, вот вы вот это слово «еретик» используете, слово такое обидное, ехидное, не по назначению. Видите, есть отдельные детали, а есть общие. Люди, которые отделились от церкви, у них нету названия деноминации, конфессии. Это сатана придумал. Это прикрыл слово «ересь». И поэтому, если у них нет рукоположения от апостольских времен, то это не церковь Христова. Она была основана там, в Сионской горнице. Допустим, баптисты в 1609 году первая община начинает зарождаться. В 1939 году оформилась, в 17 столетии. Ну какая это церковь-то? Когда так, как они верили, так никто не верил в первые века. Этого не было. Надо посмотреть, как верили первые 3 века. За ними идут адвентисты, что тоже церковь. Когда все противоположное, таинства нету, а от них свидетели Иеговы, что тоже церковь. А сегодня их таких еретиков, названия разных, 21 тысяча. Тут определение-то определенное есть. Павел говорит, дела плоти известны. Начинает блуд, перечисляет, с ним согласны. А ересь не хотят признавать. Да мало что не хочешь признавать. Он говорит, я создам церковь, я. Не Джон Смит, не Елена Уайт, я. Вот об этом речь и идет. А заблуждение-то это везде бывает где-то. Он сказал, понимая, что по повелению Божию, он не отрицает, Бог спас, да. Но почему он говорит так, это надо спросить. Может, ему было видение. А об видениях об этих говорится у пророков. Он видел, говорит, Онию и Иеремию, которые стояли перед престолом и молились за народ израильский, когда они умерли уже. Это мы думаем, что души нету и все так. Ну а как же 6 глава 9 стих Откровения? «Видел я души под жертвенником, которые вопияли, доколе, владыка, святые истины, не мстишь за кровь нашу». То есть они знают, что палачи еще не отомщенные.
Они не говорили, что душ нету. И с ними разговор идет, и было сказано, на малое время потерпите, доколе и собратья ваши дополнят число умученных. То есть явно, что речь идет не о тех, которые умерли и ничего не знают, а тех, которые умерли и знают души. Вот это и есть... Еще... Одну секундочку. Вот, допустим, мы с женой поженились. Она, жена моя, из Омска, а я из Брянска. В России это очень далекое расстояние друг от друга. Но получается, судьбы наши, от корня нашей религии, из православия. Ее бабушку поп выгнал из церкви. Она была в церкви старостой. И жили они под Омском, там есть город Тара. Да. И когда она там прислуживала в храме, она просто была малограмотная, но немножко научилась читать Евангелие. И батюшку стала обличать в грехах. Батюшка говорит, ты, говорит, чрезмерно пьешь. Вот ты неправду вот здесь говоришь, вот ты неправильно здесь поступаешь. И он ее выгнал, сказал, говорит, иди, ты, говорит, чужой, ты, говорит, ну, выгнал ее, она пошла к штундистам, к баптистам. Точно по моей линии, точно так же деда прогнали моего сына. Ведь выходит, сами православные создали этих вот штундистов. Нет. Выгоняли их церкви. Нет, мы знаем в Ветхом Завете, послушайте, пожалуйста, поступали строго, а не так, что он поступил строго, а я не буду его знать, я уйду. Написано, не спеши уходить от хозяина. Причину можно выгонять. Церкви выгоняли. Не то, чтобы уходили сами, а выгоняли. Но меня отлучали, выгоняли, но я же не ушел. Вот вам пример. Вот бывает на корабле, он наказал матроса. Матрос что-то не так сказал там где-то. А я за борт прыгну. Ну чего смеяться-то? Ну за борт прыгнешь, тебя акулы съедят. Церковь это корабль. Что сказали? А я уйду к адвентистам. К сатане на рога пойдет. Чего смеяться-то? Так же нельзя рассуждать. Сказали не так. А она обличала правильно, неправильно. Ей кто право давал обличать? Женщины да молчат. Она заехала не на ту, говорится, область. И она это не берет в толк. Он ее обрезал. Даже спросить божественно, и то пусть дома у мужей спрашивают. Теперь она, читая Писание, она узнала это. Принесла покаяние, вернулась. Нет. Прыгнуть можно, вернуться нельзя. Вот адвентисты, 1841 год. Уильям Миллер предсказывает, явится Христос в марте, 21 марта. Не явился. В сентябре не явился. Дальше разделение началось, святой остаток. Ну, сатана же это делает, разделение-то. А дальше что? Души нету, ада нету, вечного мучения нету, троицы нету. То есть ничего нет. Куда она ушла-то? Там одно замещение не могла вытерпеть, а теперь она терпит в тысячу раз больше. Ну, у баптистов все это есть. У баптистов... Я не знаю, чем баптисты вообще отличаются от православных. А вот чем они отличаются? Что они не церковь, еретики, вот этим отличаются. У них нет таинства. Об этом мы читаем в 6 главе Евангелия от Иоанна. Кто не будет есть плоти Сына Человеческого, пить крови, не будет иметь жизни. У них жизни нету. Они засохли на первой ступеньке, обратились, а дальше ни с места не сбегаются. И вот у них, у баптистов, вы знаете, в Америке обратились, а сразу 2000 человек в православие пришли. Вот у меня лежит она, книга прислали, 2000 человек. А они все изучали, все знали, но все время мы чувствовали, что мы чужие. Мы не церковь. И они решили так, ну давай, ты будешь, Питер Гилквист, вот они, фотографии, все, фильм поставлены. Ты будешь заниматься по вопросу Богородицы, как в первом веке было. Ты будешь заниматься литургией, другой там занимается с проповедью. Через год собрались вместе. И все друг другу показали материалы, работали в библиотеках. Да мы не церковь, мы просто собрались люди. Ну собрались это одно, другое дело собраны во имя его это по слову Божию. Вот ко мне, ну я 55 лет с сектантами работаю. Вот беседуем. Большая община, 450 человек. Я один раз только у них выступил, ну дали мне там сказать слово. Пресвитер Сало сказал, мы сегодня все готовы перейти в православие. Мы не церковь. Ну тут и так понятно, потому что кому простить и проститься, они не могут прощать, они никто, самозванцы. Я задаю вопрос, вот я вел занятия в 5 университетах, и
не раз говорил, я на доске вот так вот расчерчиваю преступление и наказание, как у Достоевского. Я пишу наказание. Какое преступление? Нахрен 5 суток. Ну, это заругался в общественном месте. 10. Ну, помочился где-то. Год. Ну, это курицу своровал. И юристы сидят, юристы. Я говорю, смертная казнь. О, это малолетку там изнасиловал или маньяк. Я говорю, живьем в ад. За согрешение только мужей, жены, дети, шатры, в ад, живьем. Один раз это было, числа 16 глава. Такой статьи, говорит, нет сегодня. Нету. Так я теперь спрашиваю баптиста, они у меня на занятия ходили. Скажите, за что они пострадали? Ответ один, за то, что отделились от народа Божия. Они себя помыслили, а что мы, чем хуже других, жертву приносить Дафана, Вероны, Корей. Ветхозаветние были прообразом. Прообраз. Вот беседуем, я говорю, вы иконы считаете идолами? Ну так не сделай изображение. Я говорю, где написано? Исход, 20 глава. А почему 25 не считаете? Написано, сделайте изображение-то. Они скуда умные. Один стих вырывает, Иегова, 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 дальше не идут. Эти иконы, 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 иконы. Я говорю, вы поняли, что это иконы, повеление Божие сделать? Иконы должны быть в храмах. Вот Христос пришел. Христос, говорю, в храм пришел. В какой храм? Я беседую с баптистами. Не где-то, а в Москве. Всех Б. Ну, какой Соломонов? Да какой Соломонов? Вторая Паралипоменон, 25 глава, говорится, что Навуходоносор разломал Медное море и все остальное вынес. А какой же приходил? Зарававелев. 41 глава, 17 стих Иезекииля, пророка, по образу Божию. И внутри, и снаружи, от пола и потолка были изображения. Изображения греческие икон. Икона. Иконы были. Вот можно еще вопрос задать. Вот Христос говорит, что Он может из камней воздвигнуть детей Авраама. Что это значит? Может быть, баптисты это и есть камень? Это означает, Господь об язычниках речь идет. Авраам, идите, Авраам еврей. Евреи никак не хотели признать, что Бог открывает Царство Небесное и для язычников. Вот почему Деяния, 10 глава, с такой предосторожностью Петр пошел и взял с собой 6 братьев. Потому что Бог впервые изменил порядок. Когда спросили, что нам делать, мужи, братья, 2.38 Деяния апостолов говорит, покайтесь, вы на пальцах загибайте, покайтесь. А для чего? Покайтесь в грехе. Я спрашиваю баптиста, для чего покайтесь? Ну, прощение грехов. То есть они не знают Писания баптисты совершенно. Я говорю, ну почему вы добавляете? А дальше, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Крестится для прощения, нет покаяния. Они пишут новое Евангелие, Евангелие еретическое. И третье, получите дар Святого Духа. Вот три ступени. Когда в доме Корнилия, они каются, получают Духа Святого, а потом крещение. Почему? Потому что на это Бог дает указания, иначе бы Он их не принял. Это единственный, говорит, такой случай был впервые. Языческая дверь отворилась, половинка ее. И он, Петр, этим оправдывается. Мог ли я запретить креститься, когда они приняли, как мы, Духа Святого? Ну, надо же смотреть. Вот я считаю с баптистами, скажите, ну, вы верите в Писание? Ну, как не верим? Я открываю первое послание к Коринфянам, 12 глава. Я одних поставил как бы апостолами, вторых пророками, третьих учителями. Ну, да. Ну, Ефесянам об этом же говорит, пастырями, учителями. А откуда вы взяли апостолов? Ну, написано, перечисляйте. Они не знают, 12 перечисляют и все. А сколько всего было? Да еще 70 избрал, по 2 послал. А потом еще Павла избрал. Вот считай, 70 до 12. Сколько получается? 70 до 12. 82 до 1. 83 апостола было. Они не знают Писания. Ну и теперь, если... Еще вопрос. Еще вопрос. Вот вы я не в ролике ставите. Так, я не, вот ответил, я не ответил на это. Подождите. Вот если они говорят, они церковь, мы спросим, а когда вы стали церковью? Я говорю, в-третьих, поставил учителями. Кто у вас учителя? Они опять апостолов перечисляют. Это сегодня. Я повторяю, 53 года работаю, 55 лет работаю с сектантами. Ну, не знают Писания-то. Учителя. А кто? Ну, давайте. Игнатий Богоносец. Это тот ребенок, которого Христос говорил, таковых есть Царство Божие. Будущий епископ Антиохии. Он был брошен зверям, его растерзали звери. У него 6 посланий осталось. Почему вы их отбрасываете? Они их не знают. 11 книг неканонических выбросили.
Дальше. Поликарпа Смирского не знают. Иринея Леонского. Это все мученики за Христа. Это еще до третьего века. Это не Константинова эпоха. Ну какая же вы церковь, когда вы не знаете? Я говорю, в каком году возникли? Ну, лютеране в 1517-м, пораньше. До Лютера могли быть лютеране? Да нет, конечно. До Джона Смита, который залез в воду, на себя руки положил, это первый баптист. Ну разве так Бог учил? А теперь друг от друга плодятся. Да плодятся и коммунисты, и фашисты. Что на это смотреть-то? А знают ли они Бога? Они его не знают. Когда с ними беседуешь, скажите, во втором веке кто верил, как вы? Ну, назовите, ну, всегда верили. Я насчитывал жития 12 томов. Я говорю, такой-то, такой-то, третий, четвертый, пятый, Иоанн Златоуст, Василий Великий, у них никого нету. А откуда, когда их самих не было? Ну, нельзя, что в 17 веке образуется церковь. Он говорит, я создам. И врата она не одолеет. Если вы церковь, то там она не была создана, другую он не создавал. Ну, тут доказывать-то ничего не надо. Еретики, притом полновесные еретики, враги церкви Божией. Как же так? Ему сказал священник или кто-то, а я брошу, не пойду. Да кто ж так делает-то? Меня били, крутили, вертели, психиатрически сколько давили. Но они от церкви-то не оттолкнули. Наоборот, я понимал. Желающие жить благочестиво будут гонимы. Велика ваша награда на небесах. А это какой сбрындило и ушла. Куда пошла? К еретикам. Ничего себе. И столько лет дуться, и бабка она ходила. Да она в аду мучается все эти годы. Вне церкви умерла, без причастия. Вы дальше-то рассудите. Разумные люди, пожалуйста. Вот вы говорите такие вещи порой, что вот вас касается Дух Святой, вот, допустим, вот, и вы плакали, когда звучал ваши, ну, вы вспомнили песню «Зайдем на Голгофу, мой брат». Да. Вот эти песнопения постоянно мы поем. Если вас Дух Святой касается, и нас Дух Святой касается, то как понять тогда, если... Очень просто. Жизнь? Очень просто. Это касается и адвентистов. Касается Бог где хочет. Ослица заговорит, и пророка остановила. Касается Слова Божия. Но он-то сам не в церкви. А Дух Святой где угодно касается, но он в церковь не зашел, человек он вне. Вне церкви нет спасения. Церковь – это тело Христово, 1.18 Колоссянам. Но не может быть церковь основана в 17 веке, когда Господь ее создал в Сионской горнице. Ну, тут даже ничего не надо доказывать, а только одно упрямство большевистское в голове. Вот как касается все. Ну, как Лермонтов написал стихотворение. «В минуты жизни трудную теснится в сердце грусть. Одну молитву чудную твержу я наизусть». Баптисты взяли, адвентисты и поют. Почему? Да слова действуют на всех. Слово Божие действует и на еретиков, на коммунистов, на фашистов. Оно живое слово. И стихотворение, любое составленное, которое по слову Божию, оно имеет силу. Но человек, он не вошел в церковь, то он не вошел на корабль-то. Он по-прежнему тонет в море. Вот мысль, которую однажды был в Совете по делам религии, ответственный за протестантов был такой Тарасов. Евланку. Он очень умный человек был вот в советское время. И вот однажды он приехал в эту в общину и беседовал. И ему стали говорить, что мы церковь. Он остановил и говорит, церковь будет обнаружена только при вознесении, при встрече Господа Иисуса Христа на облаках. Вот если вы туда на эту встречу попадете, вот вы и церковь. А сегодня вы, говорит, не торопитесь называть себя церковью. Вы общество народа Божия. Или кем угодно. Общество есть рыболовы, кем угодно. И вы к обществу больше относитесь. А вот если вы на облаках встречи с Господом явитесь, вот это будет настоящая церковь. Весь вопрос, что вы можете сейчас считать себя церковью как угодно. Но в пьяном виде я не думаю, что вы попадете на встречу с облаками. На облаках. В пьяном виде и на роскошном Мерседесе, и вот она правильная церковь, и она на облаках идет на встречу с Иисусом Христом. Этого не будет. Вот нам только на облаках встречи с Иисусом Христом мы обнаружим, кто был в настоящей церкви. А сегодня заключение делать, мне кажется, это ошибочно. Ну а как же апостол Павел говорит, и когда собираетесь в церкви, и дальше, он не сказал на облаках. Если мы сегодня не понимаем, что мы не в церкви, мы совершенно неверующие тогда.
Церковь явлена народу. Церковь – это собрание детей Божьих. Там, где есть пастыри и все, что Бог установил. А не тогда, когда явится. Тем более на облаках сектанты толкуют, что за 1000 лет до Рождества Христа, до Вознесения, когда возноситься будут. Они верят, что когда-то будет. 1000-летие царство началось на Голгофе. Ради избранных сократится, а у них избранные заранее на небо уже вознеслись. Я с баптистами беседовал. Они совершенно Писания не знают. Я говорю, вы верите, что будет вознесение, а потом будет на земле жизнь продолжаться? Ну да, это все одинаково понимают. Бакмелдер так объясняет, Карев, Каргель. Ну что тут об этом говорить-то? Когда написано четко и ясно, оставьте расти до жатвы, жатва кончина века. И прежде соберите плевела, а они прежде пшеницу собирают за 1000 лет раньше, а в году 365 дней. Ошиблись на 365 тысяч дней. И написано «в последний день». В одной только главе Евангелия от Иоанна, 6 глава, Господь говорит «и я воскрешу его в последний день». 12:48. «Я не сужу, слово вас будет судить, которое я говорю, в последний день». А у них за 365 тысяч до последнего дня. Ну что тут? Тут вообще ничего не надо доказывать. Это неверующие, хулители. Я сегодня, брат мой Игнатий, я вам скажу так, вы для меня пример в чем? То, что вы знаете Священное Писание. Я с вас беру пример, как вы любите Господа. То верующий человек, он порой тебя считает верующим, начинаешь говорить из Писания, а он ничего не знает, даже не знает, где что написано. Это беда, это нужно углубляться в слово, учить. Другой раз начинаешь на работе, там работаешь, поправляешь людей, говорю, вот что там... Ты можешь сказать, говорю, вот в Евангелии от Матфея один стих прочитать наизусть. Говорю, как ты себя верующий считаешь, ни одного стиха не знаешь Христа. Невзоров и тот, вот сегодня в передаче говорит, 5 глава, 34, 35 стих, ошибся на один стих, оказалось 34 стих. Там сказано, не клянись, а сейчас там клятву хотят придумать. Тут там, когда гражданство принимали, там идет такой спор у них. Атеист и то Писание знает. Вы очень хорошо знаете Писание. Но мне кажется, вы протестантов называете, если вы не будете называть протестантов еретиков, то вас в православие прогонят. Мне кажется, да, зачем? Вы это делаете неискренно. Придумывать-то зачем? Я думаю, на каком основании это? Я говорю не то, что они не православные, поэтому еретики, потому что они еретики. Зачем бы они придумали слова деноминация, конфессия? Откуда эти слова взяли-то? Понятно, что хитро сатана поступил-то. Как? Ну дальше выше, ладно, иконы не надо, порубили. Баптисты появились. Зачем адвентисты появляются? Адвентисты, зачем мормоны появляются? Я повторяю, 21 тысяча разных названий. И что, все от Бога? Согласен. Ну нельзя. Согласен. А церковь, она единая. Единая, все остальное ересь. За пределами церкви. Когда ученики пришли и сказали, господин, не доброе ли семя мы сеяли на поле, откуда плевелы? Растут и зерно, и растут плевелы. И Христос сказал, что говорит, пусть все растет до жатвы. Да. Семя жатвы все будет просеяно. Мы не надо называть плевелы пшеницей-то. Зачем их назвать церковью-то? Зачем церковь их называть, когда они не церковь? Там не сказано, что еретиков называй правильными. Они еретики. А кто тогда еретики назовите? Кто еретики? Кто? Еретик – это тот, который извращает Писание. Вот. Написано в Писании. Да. Писание. Пьяницы Царство Божие не наследуют. А человек пьет. Это уже еретик. Нет, нет, это грешник, человек... это не еретик. Нет, 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 нет. Грешник. Вы откройте любой словарь. Он попал в вере. Оправдывает свою жизнь, допустим, начинает жить, блудить, потом второй раз жениться. Вот это попадает человек в ересь. Да нет, нет. Михаил, остановитесь. Это вы нет. Вы любой словарь откройте, любой словарь откройте. Это грешник, нарушитель, еретик. То есть, а для чего вы так объясняете, чтобы под еретиков не попасть? Еретик – это извращающий Слово Божие. Слово Божие, а не грех. Он нравственность извращает. В чем я извратил Слово Божие? Я покаялся после армии, женился. Я уже 38 лет живу с одной женой. У меня дети.
У меня внуки родились, все служат Господу, они читают Библию. В чем моя ересь? Я не пойму, в чем я еретик. Ну вот я вам сказал в чем. В первую очередь, то, что у вас нет епископата. Поэтому ни крещение... Он мне не нужен, еретик. Ну вот и никому не нужен. Он мне не нужен. Такой вы меня спросили. Ездит, Михаил, вы меня спросили, я вам отвечаю. Еретик первый арий был. Не потому, что он грешный. Он был очень и очень благочестивый. Очень арий. Но он стал говорить, Христос есть тварь. Первое создание, как свидетели Иеговы говорят, ересь – это не грехи. Там написано, дела плоти известны, прелюбодеяние, воровство, убийство, запятая ереси. А у вас понятия даже об ереси никакого нету. Почему? Вы вне церкви. И вы начинаете блуд считать ересью. Да кто когда считал-то? Вот я скажу, я встречался с Лисицыным, и он считает блуд ересью. Они скажут, да к чего вы разговаривали с ним-то, он вообще ничего не знает. У баптистов это ересью не считается. Это грех. Дела плоти известны. Вот заметьте, был такой Авва Агафон. Братья решили его испытать. Смирение его. А он в пустыне подвязается. Ну и подошли, поговорили. Говорит, брат, а мы вот услышали у людей, узнали, ты прелюбодей. Он заплакал и говорит, да Бог вам открыл. А почему? Он когда-то увидел женщину и подумал. И он себе всю жизнь теперь кается, ему просит. Прелюбодействовал в сердце своем. Братья отошли, знают, что он женщины в глаза-то не видал, может. А ты вор. И он опять заплакал. Братья решили самый страшный грех – убийца. И он опять согласился. Они посоветовались, говорит, его не пронять. Говорит, он понимает, ненавидящий брата и человека-убийца. Напрасно время тратил, ты обокрал себя. Подошли и говорят, ты еретик. Он сразу слезы вытер, братья никогда не был. Вы называли грехи, где побуждение плоти. Я не воздержался. Я посмотрел. А еретик это добровольно попрал истину, извращает Писание и создает свой корабль. Отдельный ковчег пытается создать. Отдельно таинство, отдельно крещение. Я беседую с баптистами. Скажите, вот у вас вечере, вы преломление хлеба ломаете, вы берете в руки что? Хлеб. Заметьте, все одинаково отвечают. А когда вы преломили, дали людям, что едят? Хлеб. А да зачем же Господь-то говорит, что это символ? Символ, нет символ, не придумывайте. Он дал и говорит, тело мое, преломил, тело мое ломимое. У них таинства нет, у сектантов, у баптистов-то, и поэтому они во грехах живут. Они непрощенные, нету таинства. А почему Павел говорит, кто недостойно причащается, виновен против тела, не против хлеба? Стоят, замолчали. Вот договорились, в Новосибирской большая община баптистов, зарегистрированная, беседовать на тему о втором пришествии Христа. Ну, а договорились. Беседует один с их стороны по одинаковому времени и никаких книжек, кроме Священного Писания. Они привели четыре места, по которому получается, что у них будет три или четыре пришествия Христа. За церковь первый раз родился, второй раз придет за церковью, третий раз судить мир, и так насчитали. Это при том, это общее баптистское учение. Я им начинаю приводить на память. Я им привел 72 места Писания, процитировал. 72. Несогласных ни одного не осталось. Я говорю, вы можете переменить учение это теперь? Ну, вы увидели, что это ложное у вас. Нет. А это ложное, погибельное. То, что вы людей не приготовили к встрече трудностей. Вы говорите, ну, мы же вознесены будем, антихрист здесь на земле будет. А Писание говорит, ради избранных дней те сократятся. Они не знают Писания. Притом ни один, ни два. Я говорю, что я работал среди них. Мне трудно найти города, где бы я у баптистов не проповедовал. Вот приезжаю в город, они знают, к нам приехал православный. Они объявляют собрание и говорят, ведите все собрание. Осетин выходит, в один только день мне пришлось у баптистов в собрании 8 часов проповедовать. В 4 собраниях. И несогласные, когда беседуешь, практически нету, но остаются на своем упрямстве. Ну, смотрите, какие баптисты, демократы. Они слушают и православных. Иди попробуй в храме попроповедовать, чтобы они стали баптистом попроповедовать. Отвечаю. Договорились. У баптистов пресвитер, к
когда это по-нашему не пресвитер, Гога Георгий, договорились с патриархом Ильей II, он приходит и проповедует в центральном храме Сионе, а православный приходит, у них проповедует. И это не один, не два. Потом одна бабушка подошла к нему, это он мне рассказывает, он больной уже лежал. Она подошла и говорит: а ну-ка перекрестись. Я не перекрестился. Она говорит: да кого еще слушаете, антихрист в нашем храме проповедует. У тебя на тебя одежды-то нет, ты надень одежду приличную, которая есть-то. Что ты в галстуке-то стоишь-то? Это масонский галстук-то. Я с ним разговариваю, он плачет и говорит: какую я ошибку допустил. Передо мной тысячи людей были православных, я проповедовал. Теперь я знаю, крестное знамение было с первого века. Это знамение, оружие на дьявола. Почему я не перекрестился? Вот, значит, на вас печати антихриста еще нету. Это он мне говорит, грузин. Слава Христу! Понимаете как? Мы договорились в Рубцовске, это, в Прокопьевске. Баптисты приходят, пресвитер проповедует в православном храме, православную туда, вы говорите, не разрешат. Это нет. Вот у нас в собрании, ну, в нашем церковном, есть баптисты, из баптистов пришли православные, адвентисты. И вот она, адвентистка, бывшая теперь уже. Дети уже все православные. И она пошла к руководителю. Я говорю: скажите ему, что мы их приглашаем, чтобы они могли у нас проповедовать. Вот у нас служба кончится, мы включаем Ярла Николаевича песни, сидим, слушаем. Баптистские журналы, братские вести их раздаем. Вы-то Златоуста не раздаете. Нашей свободы у баптистов помине даже нету. Мы говорим им и зовем их. Отказались. Они напуганы. Ни под каким видом. Когда договорились уже, они только спросили, а кто будет вести беседу. Они назвали меня ни под каким видом. А договаривались не где-то, а в Академгородке. В Академгородке. Там были люди, которые с Библией, профессора, меня вызвали туда, я там с ними беседовал. Баптистам пошли, сказали: вы согласны на диспут? Согласны. Но только узнали, кто будет, ни под каким видом. Притом друг друга не перебивать. По ровному времени. А почему они знают? У них ничего нет доказательства. Они Библию не знают. Я им открываю, еще, скажите. Я просто обращаюсь к баптистам. Я скажу маленький вопрос. Скажите, вот Христос приходил с какой целью на землю? Ну, вопрос-то проще некуда. Вы думаете, они ответят? Он пришел умереть за нас. Правильно. Но еще что заказано? Библия-то не одно слово говорит. Вот мы говорим «душа». Ну, душа-то душа. Под именем души еще 18 значений в Библии. С Иаковом было 75 душ. Это не душа, это человек душой называется. У меня семья 5 душ. То есть отдельно душа его прилепилась к Дине. Это чувство называется душою. Мы с ними, когда беседуем с баптистами, они любят Слово Божие. И мы договариваемся. Вы изберите тему. Я называю город Пенза. Ну, избрали тему. Об иконах. Давайте договоримся. Если кто другой хочет что-то сказать, то своему, который с вашей стороны, записку напишите и подавайте, но не перебивать, не кричать. У кто руководитель? Ну, братья там сказали, будет шуметь человек, что будете делать? Ну, выводить его, раз не подчиняется. Начали беседовать. По жребию, кто первый будет говорить? Ну, по 15 минут, а потом по 5 минут. А кто хочет вопрос задать? Туда мы пришли, православных там человек 15, а баптистов там почти 500 человек. Только начал говорить, крик поднялся. Но я остановился, я говорю: ну, мы договорились, что 15 минут, если вы предоставили слово, то... А я минуты 3 только и говорил. Крик поднялся. Пресвитер не может совладать. Да что с ними сделалось, говорит. Я говорю: а вы знали, что у вас такой народ? Да нет, говорит, такие спокойные, не то что православные. А тут бешеные сделались, как сумасшедшие. Беседы не было. Они стали кричать: да прогони его, да что такое, да разве это можно? А, и я тему-то изложить даже не успел. Я показал, что изображения были в первом храме, во втором. Что Христос ходил в храм и говорит: дом мой, дома молитвы начнется. А там были иконы. Апостолы шли в храм уже после дня Пятидесятницы, Иоанн и Петр. И в этом храме были иконы. Ну, не надо прятаться от этого, но надо объяснить. Они говорят, они им не кланялись. Не кланялись, но иконы идолами не были. Я задаю вопрос, скажите, римлянам 2.22, говорит, гнуша, ну,
Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Говоря не кради, крадешь. Говоря, не, дальше говорит, и гнушаясь идолу, святотатствуешь. А что такое? Поверьте, никто не отвечает. Они не знают Писания. Дальше я говорю, явится на небе знамение Сына Человеческого. Что за знамение и зачем? Вопросов нет. А вы откуда знаете? Я на Златоуст истолковал. Мне это не дано. Я православный, поэтому я нахожусь с наследием Первой Церкви, с апостольских дней. И у нас сокровище. Проповедей от них сохранилось 300 томов. До каждой буковки. Вот у вас сейчас Новый Завет есть. Каждая буковка истолкована Нового Завета и Откровения. Вот какая мы разная, разная. Хорошо. Вот я в 86-м году в Баптистской церкви был избран председателем церковного совета. И я был самый такой молодой, и нас постоянно вызывали в горисполком один раз в год. С нами встречался мэр, первый секретарь горкома партии. И вот там туда приходил уполномоченный по делам религии от Москвы, и вся эта верхушка горкома, горисполкома, и приходили все священнослужители и протестанты, то есть православные и баптисты. И в числе я и был всегда, я был очень молодой, самый молодой там был я. Приходили священники в одежде. И вот когда мы начинали беседовать, то секретарь уполномоченный всегда приходил в ярость. Мы всегда рассказывали, что у нас происходят гонения, что вот у наших людей выгоняют. Вот были случаи, с медицинского училища выгнали девочку, потом с музыкального училища выгнали. А он уполномоченный покраснел весь и кричит: «Вот за священников православной церкви берите пример! Они никогда ни в чем не жалуются! А вы постоянно жалуетесь, вас преследуют, такие всегда нас проявляли в негативном свете». Конечно, любовь власти, поэтому она и живет сегодня как православная церковь. Мне кажется, православные очень много знают, но исполнять они ничего не исполняют. Они практической жизни, они Слово Божие, Евангелие не применяют. И у них нет вот этой, она живой церкви. Вот меня священник рассказывает, говорит: «Михаил, говорит, в другой раз мне просто жалко становится до слез. После службы, служба закончится, бабульки так схватятся между собой, как начинают матом ругаться». Ведь в наших церквах это же исключено, у нас наоборот, духовность у наших церквах, допустим, она гораздо выше, чем в православных. Вот вы сказали, матерятся там где-то в храмах, но это вранье сплошное. Ни разу нигде не слышал и не знаю, где-то дома там может кто-то, а то в храме это все басни. Я говорю: «Ты можешь показать?» «Конечно, нет». Ну зачем придумывают-то это? А что, баптисты жалуются, а кому жалуются-то? Вот он и сказал, уполномоченный в ярость приходит, а зачем его раздражать-то? Вы делаете свое дело. Вы говорите, я могу говорить об этом, потому что я прошел 5 тюрем. Я знаю, что это такое. Я вот спрашиваю отца Глеба Якунина: «У вас кличка была?» «Да, была». «Вас вербовали?» «Очень сильно». «Откуда доклад Фурова?» «Ему обещали полсрока сразу скостить». «Зоя Крахмальникова, отец Дмитрий Дудко, он у меня духовным отцом был. 7 лет за плечами его. Скажите, вас вербовали?» Он говорит: «Постоянно». Я говорю: «А меня не вербовали ни одного дня». Я сделал в КГБ запрос после освобождения, какая была у меня кличка, когда я был в разработке. Он говорит: «Имя, фамилия, отчество». «А почему?» «Да потому что первый раз меня, когда они допрашивают, я его уже обращаю». И один военный следователь стал священником. Следователь, который меня допрашивал, принял крещение. Начальник тюрьмы был по-христиански. Почему? Непрерывная проповедь звучала. Мне вот в ташкентской тюрьме был, утром встал, ну я ночью молился всегда днем. Днем примерно 5 раз по 1,5 часа. У меня свой распорядок был. И мне говорят: «Вчера, говорит, сзади вас становились 7 человек, на колени молились. И сегодня ночью, говорит, здесь табак все уничтожили, договорились, чтобы не материться. Можем, мы тоже будем молиться». Я спрашиваю: «Отец Глеб, там, Зоя Крахмальникова, Саша Огородников, у вас было такое?» «Не знают». «Почему?» «Жизнь». Жизнь в Духе Святом.
И они даже не понимают, вот проповедник, благовестник, миссионер. Они не знают, а кто лучший проповедник? Самый лучший, который был за 2000 лет, это Гитлер, Адольф Шикельгрубер. Это самый лучший проповедник. Но своей нацистской идеи. Ленин мог проповедовать, Керенский, Фидель Кастро. То есть я назову, благовестники – это те, которые проповедуют Евангелие, благую весть, что он умер за нас, пролил свою пречистую кровь. И мы можем назвать этих благовестников. Я начинаю их перечислять. А миссионеров у вас в помине не было. Миссия – это труд Духа Святого. Там человеческого ничего не может быть. Бог открывает сердца человеческие. Ты только начал говорить, человек уже понимает, что это не человеческие слова. А как вы знаете? Не знаю я этого. А как вы узнали, что у меня такие вопросы были? Вот я говорю проповедь, человек встал, у меня было 7 вопросов, вы по порядку в таком... И ответили на все мои вопросы. Ничего я не знаю, я вообще ничего не знаю. Я хочу быть орудием Божьим. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Вот, 8-9, послание к римлянам. И когда говорят, священники не такие, но я знаю таких, которые подвижники, которые убиты были, как Александр Мень, зарублены в советское время. И которых вы говорите, я и таких знаю. Вот. Она православная церковь не дает реформу делать у себя, она сразу убивает. Да. А католические церкви смогли протестанты вырваться из-под гнета. А православные так свой гнет, они и держат, это держат. Они сразу любого реформатора убивают. Это вам тоже угроза большая. Я не реформатор. Я не реформатор, но я постоянно говорю, пишу патриарху, писал в ООН. То есть у меня нет того места, где бы не проповедовал. Вот я начинаю говорить, город Барнаул. Я знаю, что в Советском Союзе больше никто не проповедовал. 5 университетов, это непрерывно, я в них веду занятия. Там 9 техникумов, десятки школ, все отделы милиции, все воинские части, заводы, фабрики, КГБ, суды. Нет места, где бы не проповедовал. Я прихожу домой... Стоит несколько машин, полковники. Мы решили зафрахтовать самолет, чтобы из одной воинской части в другую вас перевозить. Полные кинотеатры. Сколько покаялось, один Бог знает. Но я своим ничего не считаю. У меня нет образования никакого. Я люблю моего Господа. Я полвека просидел у его ног. Вот это самое главное. Еще вот такой вопрос. Мы сейчас в России открыли реабилитационный центр. И помогаем там материально. Здание купили... Помогаем там, им постоянно высылаем деньги туда, ну, с реабилитацией бороться. У вас в Новосибирске есть такой профессор Штанов. Да. Вот он в своих роликах говорит, что пол священного синода алкоголики. И даже бывает Кирилл зовет его почитать лекции против алкоголя. Да врет. Врет на 100%. Как у алкоголиков может жить Дух Святой? Как может правильное быть? Не быть алкоголиком. Да, даже понятие? Одного он не покажет. Священники есть, а архиереев он не может ни одного показать. Врет на прополую, а вы верите ему. Есть такой, который против пьянства здесь. Есть такой. Ездил. Владимир Георгиевич. Его да, все... он и сейчас ездит. Да. И мы с ним знакомы, я ему книги подарил. Вот. Его приглашал патриарх читать специальные лекции. Священники, которые запрещены. А что с архиереев, это выдумка. Ну не надо, надо врать, да маленько притормаживать. Это знаете, один врет все время и говорит, я буду когда говорить, я с собой ничего не могу сделать. Ты мне на ногу наступи, говорит, под столом-то. И мы, говорит, дома строили, километр длиной. Он на ногу наступил, говорит, и шириной 1 метр. В отношении реабилитации, что вы скажете вот, в отношении... Я хорошо я знаю. Этого делать не надо. Это потворствование. Лечить нечего. В Новосибирске, я вам скажу, запишите, профессор Пилипенко. Пилипенко. Это поркотерапия. Поркотерапия, пороть. У него назначены сеансы, какие розги, там все это в газетах, аргументы и факты печатает. 100% выздоровление. Профессор Пилипенко. Женщины, но говорит, когда мужчина порит женщину, больше пользы, когда женщина женщина. И наоборот. И там показано, какие розги он вырезает. С простыни со своей приходит, он беседует, дает человек подписку. И мужчина, говорит, горькими слезами плачет. И не думайте, что от боли. Один говорит, я был директор, жена ушла, с работы ушел.
Но когда, говорит, у него побыл, сейчас, говорит, вернулась жена, и все направилось. Поркотерапии лечили еще в Германии в 13 веке. И притом аристократических особ. И с него, с меня, говорит, как темная полоса, говорит, слезла. Я видел один ролик, шофер там пьяный в Таиланде, его привязывают, у него здесь сзади прорези такие, сидит врач, сидит полицейский и порет. И у него сначала вздрагивает все там сзади, пока не просекается кожа, кровь течет, потом его под руки уводят. Но он, я не знаю, месяца три, наверное, не сядет на заднее место-то. И пьяных на дорогах нету, а у нас сколько? Пороть надо их. Поркотерапия – это лучшее самое. Если, говорит, останется без наказания, не научится, хотя и знает. Соломон говорил об этом. Я одному такому, который запился, я говорю, давай. Так, он говорит, ну сейчас еще работа осенняя не закончилась, потом. Поверьте, это во всех газетах печатают. Это дешевый способ, но очень действенный. И притом это не один сеанс, а где-то в течение 2 месяца, там через 4 дня или через неделю. У нас в России купленный лагерь, бывший коммунистический, он сейчас христианский лагерь, там больше 30 домиков, территория 10 гектаров большой. И я вот 2 года ездил, там утеплял домики, у них домики финские стоят, и зимой для зимы не предназначены. У меня профессия, я занимаюсь отделкой домов, утепляю их пенопластом. Пенопласт такой, знаете, пятерка. Да, да, тут делают. И по пенопласту делается штукатурка. Да. Цементный раствор с сеткой. Такая сетка капроновая продается. Это сейчас производство есть русско-германское. Они выпускают эту технологию. Тут сплошь и рядом у нас так делают сейчас. Огромное делают, здание. Да? Так, именно так. Я прораб, строитель. А у вас в деревне-то вы не практикуете? Что? Вот у вас в деревне утеплять дома нет, вы не делаете? Нет, мы в этом не нуждаемся. Не нуждаемся. У нас он сейчас делает из таких бревен. Зачем? Ничего в этом нет. А которые сделали, есть такие, которые делали, обложили. А сверху, ну как под евроремонт. Как она называется? Да, да. Это? Штукатурочка такая. Нет, не штукатурочка, а ну как плиты такие, как вот крыши кроют такого же цвета. Да. Понятно. Мои 2 брата имеют лагерь и занимаются детьми. Летом у них проходит очень много детей, именно вот это в христианском духе. А где они? Где? В Брянске. Брянск? Не знаю. Брянск. Сейчас по всей России в прошлом году, я начальник детского лагеря, 45 лет был, создатель. В прошлом году пришлось закрыть. Невозможно. Штрафами больше 1 миллиона, по 1,5 миллиона. Самые маленькие замечания. Больше 1000 лагерей закрыли. В Екатеринбургской области ни одного лагеря не осталось. Указание дано Роспотребнадзор. Организацию образовали. В нее по форме одеты 110 тысяч человек. 110 тысяч. Это в интернете можно найти. И они на нас насели. И я им не дал детей. Мы провели тренировки, показали, как убегать. А они начали детей допрашивать. Теперь где родители живут? Родители, чтобы на меня дали показания, чтобы уголовную статью завести. Что-то сделали с детьми, но никто на это не пошел. Но мы нынче купили несколько домиков, 4. И теперь в домах приглашаем. Лагеря как бы и нету, а на самом деле дети будут. И я уезжаю послезавтра. И главное, вот я хотел чудо Божие показать. Мои книги выписали нынче. Католики там обратились. Видимо, православные стали в Мадриде. Ну, Испания. Все книги получили. Ну, хорошие люди. Она литовка, он, видимо, испанец. Проходит какое-то время, нам нужно покупать плиты. Они мне оттуда высылают 20 тысяч рублей. Мы сразу купили. Другой в моей книге выписал все 38 книг, 38 томов у меня книг. В Италии. Проходит какое-то время, нам холодильные установки. Они не знают про это. Тут же высылают, спрашивают, надо, нет. Как Бог делает все. Может, приедут в гости. Слава Богу. Ну, мы, кажется, было бы благодати больше слова. Мы братья, но не иерейские. Да. Так, я хотел сразу не спросил, сказать. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против?
Не, не против. Я Ну, а просто что против? меня Мы о немножко. хорошем говорим-то. Мне слово еретик немножко оскорбительное. Ну, а никак, я вас ну, как? Ну. Скажите, я пожалуйста, еретиком не а почему считаю. называете пастор? У вас пастыря нету, пастор. Такого слова нет в Библии. Даже это и то искаженное. Пастор. Откуда он взялся? Что это за звание? Апостол Петр пишет, пастырей ваших удаляю. Да, да, пастырей, пастыри. Но не пастор, пастырь. Они не соглашаются. Это пастор хитрость. Это просто искажают язык свой, они ломают. Нет, 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 нет. Не искажают. Это хитрость сатаны. Хитрость. Я с ними разговаривал. Я говорю, скажите, вы пастырь? Они говорят, нет, пастор. Я говорю, у православных. У православных. У православных. Применяют слово экономия. Они боятся быть пастором. Пастором надо быть настоящим, да. Показывать пример стаду. Да. А пастору этому не надо ничего. Видишь, как они боятся быть пастором. Это у православных есть такое слово, придумали экономия и. То есть разрешают все, послабление. А у нас мы держимся канонов. Вот нельзя это посты нарушать. Меня ни один ребенок не нарушит. То есть мы верующие. Пастырь добрый полагает жизнь да. свою за веру. Да. А наемник не пастырь. Он бежит. Он видит опасность и бежит. Поэтому они наемники. Тут нельзя. Тут придем, когда встретимся с Господом на облаках, всех Господь там отсеет. Там будет настоящая церковь. И я думаю, мы будем вместе с вами. Вот. Снова еретик отпадет. Мы братья, мы не еретики. У меня есть выражение такое. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Я на эту тему сказал. Все, да больше я на эту тему я уже не возвращаться. Зачем я буду зря сидеть? Я сказал, что вне церкви нет спасения. Вне церкви. А в церковь ходят что? Православие, католицизм, григориане, армяне, копты и сирийцы. Все. Дальше нету. Это только возникло в следующие века. Вот. Пять. Пять, как говорит, ветвей. Больше нет ничего. Апостол Павел говорит, смотри, говорит, не возгордись, привитая, да. корень отсечен. Ну вы корнем себя считаете, а Господь взял нас не помимо вашей воли и привил нас к церкви. Не вне церкви. Слушайте, не вне церкви. Вы никак нет, не такой, хотите понять. Вы верите правильно, надо в церковь войти. Вот эти Питер Гвиглис, они получили рукоположение. И теперь это настоящие христиане, называется возвращение домой. Мы, говорит, чувствовали себя сиротами, когда баптистами были. Как мы можем войти в церковь, мы люди бедные, у нас нет черных мерседесов, и платья такие подзолоченные, мы пошить себе не сможем. И в этой церкви мы будем изгоями, мы там будем лишними. Нет, нет, никто нет. там примет. Я беседовал с баптистом. Это сегодня вы очень часто говорите правду, это сегодня... Еще очередная, это ересь, которая искажает христианство на этих черных мерседесах, и в этом в золоте, и в этом все бархате. Это вы много говорите истины в своих роликах. И слава Богу, что Господь вам открывает, и вы просто, слава Богу, вы проповедник Евангелия сегодня на Руси. Я вот услышал вас. У вас жена Ирина? Да. А вы Михаил? Да. У меня родная сестра Ирина, у нее муж Михаил. Она работает у меня в школе, преподает детям уроки. Уже 16 лет работает в школе в английском. Очень ее любят, уважают, похвальные грамоты каждый год дают. Она очень примерная христианка. Я работаю. В 92-м году я ездил по Америке. Там был приглашен, ну, от синода по миссионерскому отделу. За 30 лет первый человек. Много пришлось и с баптистами встречались. Ездил со мной епископ. Они одинаковые везде. Они сразу говорят, а вот тот-то неправильно, тот неправильно. Я конкретно говорю, нет рукоположения. Титу 1.5. 14-23 деяния апостолов. Без рукоположения не церковь. А они сразу о другом. А вот тот Мерседес. То есть все одинаковые. То есть а зачем уводить? О Мерседесах мы не разговариваем. У меня нет Мерседеса. У меня старый велосипед. У меня нет. И у брата у моего нет ничего. А он священник.
пресвитер. Это сразу куда-то завихряют, а он плохой. Ну, плохой-то он плохой. Мы, говорит, не гожи да Божьи, потому что мы в церкви находимся, которую Господь основал, а не спустя 1500 лет какой-то дядя Смит. Вот эти-то, что вы находите, это все баптистские секты-то. От них это все идет. А у них главная задача, когда стали разбирать, масоны образовывали все вот эти секты, чтобы разрушить православие и церковь. Это никакого секрета нет. У вас братья выходят в галстуках, носят галстуки? Ну, галстуки — это такой вопрос. Это, я считаю, это форма одежды. Да какой одежды? Она не греет ничего. Это масонская удавка. Я считаю, да мало еще я считаю-то. Это масонская, она промасоненная Америка-то вся. Которые туда едут, они клятву дают, верности. Да и где говорят? Которые уехали туда, клятву, это прям отречение от родины, от всего. Я-то ездил там, знаю это. Много ездил, и в скаутские лагеря. Их воспитатели, вот, я говорю, даже в лагерь себе не запустил бы. Вот, брат Игнатий, вот вы часто, я сам наблюдаю, среди русских наблюдаю, что русские очень не любят евреев. А Господь через Слово Божие говорит о народе еврейском, говорит: касающийся вас, касается зеницы ока моего. Я не знаю, почему, на каком основании русские не любят евреев. Это анекдоты, масоны, и всегда хотят чем-то вот этим ужалить евреев. Все во всем виноваты евреи, все анекдоты про евреев пошлые. Ведь это же избранные люди. Мы не можем говорить, вот масоны, вы говорите, целью, чтобы оскорбить израильский народ. Причем здесь масоны? Вы как увязываете масоны и евреев? Я слово «еврей» даже не произносил. С чего вы ради на евреев пошли? Масоны — это есть евреи. Да это чего евреи ради? Арабы, китайцы. Это всемирная организация. Гитлер был масон. Что вы? Вы посмотрите, почитайте о чем. Я этой теме 14 лет отдал. Нет. А теперь говорить о евреях. О евреях в нашей общине где-то только положительное говорим. Из семьи Авраамова. Слово Божие. У нас еврейка была. Она говорит: где гнали? А за что гнали? Это за ваши дела. Вы никогда не работаете. Я говорю: почему не работаете-то никогда? И дальше. В 82-м году... Мы переписали ваши протоколы синайские на 10 кассетах. Да. И вы в этих кассетах говорили, что это евреи, масоны. А сейчас мнение свое изменили. Нет, я говорю, что евреи руководят, а масоны — все национальности там. Вы не поняли? Все национальности. Там англичане, немцы, русские, но в руководстве евреи. В руководстве. Да и так понятно. В 82-м году я слушал уже ваши синайские протоколы записанные. Они были у нас в Брянске. И мы садились по вечерам, поздно вечером, после работы приходили братья. И вот прослушаем минут 30, потом начинаем беседовать. И мы так все кассеты прослушали ваши. Ну не все. Вот вы слушали, допустим, 5 кассет, а их было 250. У нас было 10 кассет. 10. А теперь, вы Златоуста не слышали? Я насчитал 12 томов Златоуста. 12 томов «Жития святых». 5 томов «Добротолюбия». То есть вы это и не видели. Ефрема Сирина, Кирилла Иерусалимского, Серафима Саровского. То есть у меня насчитано было святоотеческого очень много. Вот в 82-м году мы слушали кассеты ваши, а сейчас Бог дал даже побеседовать, видеть друг друга. Это счастье, которое дает Господь на земле. Удивительно все. Да, все удивительно. Это так вот. Скажи кому-то, братьям, что вот я разговаривал с человеком, который начитывал кассеты, которые мы слушали в 82-м году. Тогда было большое событие, был парад побед, парад планет. И мы ждали, сейчас какое-то должно событие произойти. И в этот момент нам попали ваши кассеты. Мы каждый вечер собирали и их слушали. Я не насчитывал только. Архипелаг ГУЛАГ я насчитывал и написал послесловие. А материал о масонах я выбрал все, что дореволюционное, советское и зарубежное. И я составил эту тему. Я не просто насчитал, это мой материал. И я его разбавил священным, во свете Библии все называется, как это выглядит.
Вот у меня один том, 18-й, каждый том 752 страницы. Разбираю Коран, мусульман, по сурам и аятам, в сравнении с Библией. Дальше, Талмуд. Вот говорят, Талмуд, Талмуд. Я говорю, вы знаете, что у евреев Талмуд это 12 книг. 12. И я их разбираю в трехтомнике. Том 23, 24, 25, открытый боком. В сравнении с Библией. То есть, не, вот говорят, а с евреями надо бороться? Надо. С мусульманами надо бороться. А как? Любовь. Любовью. И когда я выступаю, где я говорю, вы хотите быть благословенными? Ну, а что такое благословение? Я объясняю, как хорошо в семье, то другое. Так вот, запомните два крайних благословения. Первое и последнее. Остальные между ними. Первое. Никогда не поноси семя Авраамова. Это первое. Благословляй, и да будешь благословлен. Вот у нас об евреях, чтобы, вот как вы говорите, это у нас вообще этого нету. Мы говорим так, как есть. То, что ну, официально есть, тем более у нас с евреями близкие отношения. Мне банкиры при издавании книг помогали, евреи. И у них все мои книги есть. Они бы первым делом заметили. И последнее. Малахия. Платите десятину. Десятину Божию платите. И, а все остальное, которое щит отца и мать, долголетие, это все посередине. Первое, благословляй семя Авраама, и второе, плати десятину. Мы платим больше, чем десятину. Ну, это я знаю, такие люди хорошие есть. Я одного встретил, у протестантов встретил. Я не знаю, там только они как-то новое время или новая жизнь называется. У него, мы были, его фамилия Кукушкин в Иркутске. Он говорит, я всю жизнь плачу 50%, 5 десятин. Вот меня Бог благословил, я как уверовал, я всю жизнь платил 9 десятин. 9. Поэтому на трех работах, как правило, работал. И мне это в радость было, потому что я делаю это добровольно, никто это не принуждает. И поэтому такие плоды и благословения Бог дает по сегодняшний день. А у меня в воскресенье будет 78 лет. Слава Богу! Слава Богу! Большое вам спасибо, что вы мне уделили время. Храни вас Господь! Слава Христу! Мы делаем одно дело. Слава, слава Богу! Я рад за вас. Когда вы будете читать книги, знаете, ключом для Слова Божия нет уз. Я не случайно приложил эту книгу. Она как ключ. И как я там в тюрьме был, и какие переживания были. Вы там увидите все, как я в Америке ездил. Вам это очень и очень поможет другим книгам. Это как ключ к остальным книгам. У нас на неделе проходит как бы разбор слова. Это как группа семейная. Да. Собираются человек 20-30. Я эти книги приношу им. Они смотрят их, рассматривают. У нас с самого детства была Библия с картинками. Только картинки были черно-белые. А это мы раскрасили сами, раскрасили мы. Я это знаю, вы рассказывали. И у нас Библия, она так истрепалась, что она просто уже стали еле-еле, я не знаю, где она делать потом, кому она досталась. Ну, знаю, такая старенькая была. Вам книги понравились? Очень, очень понравились. Слава Богу. Видите, везде мы проехали. Видели даже в личной библиотеке Путина, в Украине, в центральных библиотеках. Мы прошли всю Европу, Турцию, Скандинавию, Прибалтику. Везде дарили эти книги 38. Ну, чтобы люди знали истину. Вот, если попало книги в заключение, выходят люди с этой книгой, я, говорит, переменил свою жизнь. Они особое свойство имеют, они пережитые. У меня Евангелие было в тюрьме. Я принес, оно все сморщено, пропитанное слезами было. Счастливый вы человек. Такое сокровище у вас. Спасибо. Ну, всего хорошего, с Богом. Передавайте привет братьям. Если кто пожелает ко мне приехать в гости, даже вы сами приезжайте, мы вас встретим. У нас есть где жить. Каждый вечер будете участвовать, беседы будете проводить, публика будет приходить большая. Милости просим, если пожелаете сделать турне, я вас встречу и провожу. Знаете, я был, жил в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, в Вашингтоне, у Виктора Потапова, в Сакраменто, ну там не считаю мелкие. И вот я настаиваю, говорю, старики там, я с ними больше был. Я говорю, а что же молодежь-то не соберете? А я скоро уезжаю. А они, говорит, не нуждаются, православные.
Я говорю, ну один раз соберите, мы посмотрим где-то. Да нет, они там другими делами занимаются. Ну и там у Сорокина на квартире собрались. Много молодежи пришло, там, кажется, были сербы. Проходит час, второй, третий. Старики говорят, это что, наша молодежь такая, такие вопросы задают. Я говорю, вот и все. А вы уже заранее на молодежи поставили крест. Да такие вопросы. Стемнялось, летом темнота, никто никуда не уходит. Вот и все. Вы дайте им живое слово, оно живо и действенно. Это разделение души и духа, составов и мозгов. И судит помышления, намерения сердечные. Так для них это был, говорит, как шок, говорят, для стариков-то. Ну, с Богом. Ладно. Спасибо, благословение вам. Храни вас Господь, во славу Божию. Жене доброе пожелание передайте. Скажите, у меня сестра, ее муж Михаил и Ирина. Хорошо, хорошо, спасибо большое. У меня племянников несколько в Америке уехали. И племянницы женились там, ну, русские, конечно, на русских. И там они живут сейчас. А где они живут? Я живу в Сиэтле. Сиэтле. Да сейчас я не могу сказать даже где, но знаю, один в храме там, они закончили это Гнесинское училище, музыка где-то, и там они в хоре там учат и преподают где-то музыку. Один, я знаю, Никодим в Нью-Йорке, а остальные я не знаю где. Приглашение. Мы живем в Сиэтле, очень красивый штаб, если кто пожелает посетить нас, мы устроим где жить, пропитание, это все мы сделаем, организуем. Каждый день беседы. Так, если вы надумаете к нам приезжать, приезжайте. Въезде ночевать и пропитаем. Я бы к вам бы приехал, если бы я был бы востребован, нужен, какую-то сделать работу, какую-то, чтобы в чем-то помочь. А просто проводить время впустую, не столько много времени у меня. У нас всегда есть работа. Без работы мы не сидим. Мог бы сделать для вас, помочь. Ну да. У нас главное это земледелие, обработка земли, животноводство. Я вот занимаюсь сейчас прудами, дороги строю. На летом приезжаю, когда. До свидания, с Богом. До свидания, с Богом. Спаси Христос.